как они меня задолбали. От них там, блин, инфаркт получить можно. Вот опять. Ты чё инфаркту делаешь, а? Не делай ничего. Ты последний удель. Ха-ха-ха. Сдохни. Обломался. Конкретно он. Так, песок, песок. И теперь... ладно, вниз не пойду. Ну нет, лучше вниз пойти. Потому что хпшки все равно заряжаются. И тут ничего такого опасного нет. Уголь потом соберу, что его дико много. Это очень бесит. Из-за него лень все материалы собирать. Ну, конечно, у кого там хорошие нервы, то он может собирать уголь. А я только если через день его могу собирать. О, моя любимая красная штучка. Которая очень красивая. Так, так. Ничего не видно. Чего я хотел домой, факел не сделал? Ты же какой тупень. Так, и... Да, добыл. Раз тут тупик, то уголь придется собрать. И закрыть эту пещеру. Так, ну ладно, эти вещи добыл. А, их там еще две. Так, так. Вверху тут ничего больше нету. Да, больше ничего нету. А, на уголь мне не хватит. Да. Ну, ладно, ладно. На уголь трачу. Все это. Состояние свое. Да, железо я собирал, мне на новую кирку хватит, должно хватить. Ааа, зелененькие. Да, мои зелененькие. Ведь, там что-то, там этот красный блок был. Так, поднимаемся. Так, да, там он. Я не помню, его плавить можно было или нет. Так что... Попробуем. Так, и тут осталось-то чуть-чуть совсем. 5, 4, 3, 2, 1, и все. Вот эти две песка. Нет, вот это последний. Так, ну идем домой. Там-та-дам-та-дам-та-дам. Там-та-дам. Да, блин. Наконец-таки. Я слышу зомба опять. Ну что ж ты такой там засел внизу. Ну ты мне доел. Так, сейчас идем наверх. Идем наверх, наверх. Оля! И мы на поверхности, наконец-то. Тут светло. Мобы не спаунятся. Пока что. Идем домой, домой, домой. Так, сюда, сюда. Там уже будут у меня сундуки все полные. Точнее, они уже полные. Надо будет специальную комнату для сундуков делать. Только не с чего пока делать. Так. Запихиваем то, что запихнется. Ладно, не надо париться. Надо взять доски. Доски. Так. И сделаем пока медный сундук. Золото у нас есть. Налагай. Золота у нас пока что нету. Ну ладно. Ничего. Скоро, думаю, оно появится у нас. Так, так. И вокруг медь. Вот у нас медный сундук.
знаю, куда его. Ладно, поставим пока сюда. И все туда запихаю. А позже уже тогда сделаю комнату для сундуков. Думаю, она будет у меня вот здесь вот. Или здесь. Ну, посмотрим, короче. Так. Меч там переплавилось, да, я же забрал. Железо надо переплавить. 6 угля осталось. Ну, ничего, у нас его полно будет. Так что так. Наверное, позже. Хотя не. Думаю, в скором времени. Это будет не так и давно. Не так и долго. Я сделаю себе такую лестницу. Ну да, лестницу, такую башню наверх горы. Чтобы там не подниматься по воде. А, да, надо две. Так, чтобы не подниматься по воде. А так по лестнице и. Думаю, получится и будет все классно выглядеть. Эпичненько. Так, не хватает одного железа. Ну, это мы исправим. Так как у меня уже тут 5. Очень быстро. Делаем кирку. Железную. Так, так. А это ложим пока сюда. Так, это сюда. Здесь надо будет расчистить. Так, где-то... Ну, ладно, нет топорика. Блин, где топорик? У меня вообще есть. Значит, вручную. Не так уж это и сложно. Этот мы переставим к тому сундуку. Вот сюда вот. Нет, не висня. Не висня. Так, все. Это сюда. А верстак пока сюда. Не заходите. Выходи. Так. Дверь у нас будет вот тут. И так, вопьем, как же тут сделать? Здесь будут двери стоять. Значит, раз, два, три. Три. А здесь... А, тут получится только 4. Так что на 4 будет. Так, сюда. Один. И сюда один. И тут у нас будет идти винтовая лестница. Ну, кто не знает, что такое винтовая лестница, потом увидит. И вот тут у нас так вот она будет идти. И до самого верха, до горы. Точнее, до вершины горы. Там будет типа такого маленького домика, да. Со стеклами и дверью. И чтобы не выходить на гору и там что-нибудь добывать. Да, факелы я потратил, ну ладно. Так, факелы. Надо палка. И один уголь. Думаю, этого нам хватит. Ну, ага. 4 факела. Так, здесь обделать надо булыжником. Ну, я думаю, ремонт вот этой вот самой буду потом делать. Сейчас будем так, раз, два, три, четыре. Сейчас будем копать вверх и ставить лестницы.
Ну, может, когда добуду там всякие руды, из чего можно там делать лесенки, кирпичи, то буду обделывать, наверное, ими. А то булыжник надоест со временем. Теперь схожу за лесенками. Они были не здесь, они были деревянным. Вот они, ступенечки. Так, и пойдет, наверное, отсюда. Ну, я думаю, уже, как вы поняли, что такое винтовая лестница. Если не понял, то ладно. Потом увидите. И вот так она просто будет идти по кругу до верха. Так, так, так. Это все. Надо будет еще сделать лесенок, сходить. Думаю, мой дом будет очень хорошо выглядеть со стороны и модифицированный снутри. Или внутри. Что-то такое там было. Так, сюда. Сейчас сделаем кучу лесенок. Ну, не знаю, как куча. Но много. Так. Ну, пока хватит. Сюда. Да, нет. Вот так. Так, теперь. Раз, два. И вот. Ну, вот такая у нас лесенка получается. Мне такие очень лестницы нравятся. Я их почти в каждом своем доме на серве, если играю, то в каждом доме строю. Ну и все пока одобряют. Я еще не слышал плохих комментариев про эту лестницу. Так, так, так. Так, затем булыжником потом схожу. А пока что буду копать все выше и выше. Ой. Доделаем. No problem. Ладно, пока поставим это. Так, так. Такая вот башенка получается. Раз, два. Раз, два. Ну, все ровно. А, блин. Опять он так ставится. Так вот. Так, если земля, то мы уже приближаемся к вершине горы. Еще там я не расчистил. Так, все. Ай. Земля. Надо было лопату с собой взять. Да. Ну ладно, рукой тоже надо. Так, так. Опять сломал. Два блока. Так, так. Это было непредвиденное падение. Да. Надо будет поскорее утилизатор делать. Что весь этот мусор туда скидывать. Ступеньки. И где же там этот выход? Я тоже жду света. Хотя
света не получится, потому что сейчас ночь. Надо спать идти. Так, кирка. Да, раз камень пошел, значит, там еще далеко. До верха. Так, и так. Так, 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 так. Иди. Кирка скоро закончится, хотя целая железная кирка тут потрачена. Быстро. Хотя нет, ничего со мной. Ни одной руды. А, ну хотя тут руды не попадутся, я думаю. Потому что еще очень. Уже точнее очень высоко. Так. 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 Ставим. Лыжник. А, уже утро. Круто. Ну, сколько там еще будет? Долго идти? Да, еще долго. И кирка сломалась. Ой, нет. Блин. Взял, упал. Вообще. Вот это, конечно, лестница не такая безопасная. Но если вы любите паркур, то можете легко прыгать. Особенно если в нано-броне, то там вообще или квантовый. То там, no problem, прыгать.